Добрый день, дорогие друзья! С вами арт-мастер Марианна. А сегодня очередное видео для моего бусин-блога, блога бусин. Сегодня я хочу снова рассказать про поделку, которая у меня не получилась, но на нее было затрачено столько сил, что просто расплести ее, не показав вам, я никак не могу. Речь идет о вот этой вот здоровенной штуковине. На самом деле у меня есть такая небольшая мечта. Я хочу научиться плести прям вот скульптуры из бусин. Это, я пока еще не дошла до воплощения. Я пока что занимаюсь маленькими фигурками или там, в общем, вы знаете, чем я занимаюсь. Но мысль о больших каких-то объектах у меня в голове присутствует давно. И вот это вот была первая проба, это стилизованный звездчатый икосайдер с такими вот пупырышками. Пупырышки делались только по одной простой причине, что там, где их не было, там получалась здоровенная дыра, и я решила ее заполнить таким вот образом. В общем, задумка была неплохая, но когда я дошла до самого конца, почему-то я вдруг разочаровалась и доплетать не стала. Вот. Висит она у меня уже, наверное, больше года, и периодически, когда мы жгем костер, у нас тут на заднем дворе, я ее использую в качестве светильника. Мы ее подвешиваем на дерево, и вот таким вот образом она висит. В качестве украшения садово-парковой зоны, в принципе, подходит. Почему я в ней разочаровалась? Потому что я изначально выбрала пластиковые бусины, непрозрачные, и поэтому... мне просто почему-то мне не нравится, как она выглядит, потому что она выглядит просто какой-то пластиковой ерундой, понимаете? Возможно, сработало внутреннее предубеждение к пластику, и, может быть, кто-то из друзей мне что-то такое сказал, но причина разочарования была, наверное, скорее в бусинах, чем в самой форме. Сама по себе штуковина мне по-прежнему нравится. Вот, может быть, я когда-нибудь осмелюсь и сделаю просто ее из других бусин. В общем, по-моему, прикольная штука. Прикольная, но я ее разберу и буду делать из этих же бусин что-нибудь, может быть, другое. Вот. Теперь моя совесть очищена, и я могу успокоиться со спокойной душой ее теперь расплетать. Я думаю, что на этом я закончу свою историю про эту штуку. Дорогие друзья, если вам нравятся мои мастер-классы, я буду рада, если вы поддержите меня небольшим пожертвованием на мой Яндекс.Кошелек, номер которого вы также найдете под этим видео. Вот, подписывайтесь на мой канал. Будем смотреть мои скульптуры когда-нибудь из бусин, будем плести мастер-классы. Всего удачи вам, радости в творчестве. Пока-пока.